Армения не примет участие в учениях коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ, которые пройдут с 26 сентября по 8 октября в Казахстане, сообщили в армянском Минобороны. Принимая во внимание сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию, Министерство обороны Армении приняло решение воздержаться от участия в проводимых в Казахстане в рамках ОДКБ учениях, говорится в заявлении. Подпишитесь на наш канал Budranews и будьте в курсе всех событий.